стенки, 4 человека. Пристраивается к ней и Маевский. Ждем мы свистка Кызылбаева. Удар поворотом. И счет в нашей игре открыт. Уважаемые друзья, Марин Томасов. Шикарнейший удар Марина Томасова. Точно в левый нижний угол Ткачука. И, можно сказать, без шансов для Ткачука. Настолько идеально пробил Марин Томасов. И первый гол Астаны в новом сезоне забит. Автором этого гола стал хорват Марин Томасов. Отмечаем у себя. Вот так вот столичная Астана. Без раскачки начинает новый сезон с забитым голом. До ворот метров, наверное, было 18. И Томасов шикарнейшим ударом над стенкой.